Ну что, мы таки сбили всемогущий, что надвигался на город в течение этого сезона, и сделали это максимально эпично. Выстрелы из орудий Распутина можно было наблюдать из города в формате живого ивента. Не припомню, чтобы я когда-либо видел столько игроков в городе одновременно, так что выглядело это весьма зрелищно. В 8 часов по Москве всемогущий оказался экстремально близко к башне, а первые залпы запустились примерно в половину девятого, и ровно в полдесятого прозвучал взрыв, который уничтожил угрозу. Я наблюдал это событие вместе с вами на стриме, который, кстати, собрал более 4000 зрителей, за что вам огромное от меня спасибо. Дальше оставлю вам запись моментов того, как это было. Мне лично ивент безумно понравился. Я хочу, чтобы такие мероприятия случались чаще. Ну а теперь остается дождаться 9 июня и анонса нового сезона, который, кстати, называется «Прибытие». Па! Все! Прощай, всемогущий! Полетели осколки, полетели! Один уже куда-то упал, кажется. Блин, он долетит! Еще нужен залп, он долетит, точно такая глыба. Куда он упадет? Ничего себе. Блин. Офигеть. Люди, уходите отсюда. Ну, ему траекторию как бы сбили, я так понимаю, его... Он падает за стену, получается. Какие летят? Мирные люди стоят, надо уходить. Не-не-не, все, он крен, да, взял ее и сейчас упадет за территорию города. А может быть, у нас патрульная зона, мы будем там осколки собирать, ресурсы ценные. Оу, щит. Там корабли наши припаркованы, он сейчас корабли собьет. Идет снова их покупать. За серебро? Да. Что, бежим смотреть? Куда упадет? Падает! Охренеть! Ударная волна! Ударная волна! Кабал, что мы говорим, Кабал? Не сегодня. Всемогущий обращен в дымящийся пепел благодаря тебе и Распутин. Наш успех — напоминание, что это наша общая борьба. Сегодня особенно важны крепкие союзы. Вместе мы совладаем с любым врагом. Кто сможет остановить нас, когда с нами Распутин? Who gonna stop me? Who gonna stop me, huh? Завалы приветствуют вас, кажется, он доволен. Еще одна угроза отражена. Тебе удалось достичь успеха там, где мы с Анной потерпели поражение. И мы благодарны тебе. Не раз разбитые нами Кабал на этот раз прибегли к опасным мерам, но я ни за что не откажусь ни от одной из прошлых побед. Командор качает головой. Настало время, и мы смогли перехватить инициативу в нашей системе. Я верю, что нам все по плечу, когда ты с нами. Так. Я предлагаю долететь до Анны Брей. Силы авангарда не безграничны, влияние города растет, и нам потребуется помощь неожиданных союзников. Совсем недавно большинство стражей представить себе не могли, что будут сражаться плечом к плечу с военным разумом.
Анна лукаво улыбается и слегка качает головой. Не переживай, мы не из тех друзей, что с тобой, пока им это удобно. Либо друзья навек, либо никак. Она кивает, подбадривая вас. Не теряйся, я точно не буду. Хорошие слова. Точно. Да, из-за интерфейса. Эмблемос. Не было видно. У Эвервейс какой-нибудь скинчик новый появился, нет? А, у него черный сапсан, она теперь продает за 50. Да ладно. Ребят, кто спрашивал, что у меня за корабль? Тесс продает супер редкий черный сапсан.